МФЦ норматив 5000 человек на одно окно. Мы, как всегда говорим, если есть необходимость, мы расширяемся. То есть, если увидим, что два окна мало, мы откроем третье. Мы перестали сидеть в очередях, потому что когда-то, я помню, мы сидели 2-3 часа в этих очередях. Сейчас самое большее, что мы тратим, это полчаса. Ну, плюс еще дорога была. А сейчас мы не будем тратить столько времени, и это очень удобно.